Приветствую вас на канале Монах ТВ. Сегодня выехали на реку и решили порыбачить просто как обычно на червя. Возможно, сейчас поймаем еще живца и поставим донки на живца. Ну а что получится, увидите. Забросили пока на червей. Попробуем, может быть, мелочь какая-то попадется. Поставим ее на хищника. Все, осень, листопад. Листья падают. Ну, кто-то подергивает. Но у меня там крючок покрупнее, чем у Лехи. Не знаю, кто там. Обдирает кто-то. Мелочь, пади какая-нибудь гложет. Да нет, там не сильно большой. Я ж поменял его на чуть поменьше. Ох ты, нифига себе. Да. Смотри, что. Ну что? Пока не понимаю. Что-то есть. Что-то есть. Окунь. Окунь. О, такой окушок. Нам он нафиг не нужен. Опять туда же забросил. Может, покрупнее кушок возьмет. Окуней тоже хороших можно засолить. Вкусные получаются. Да и тогда мы на этом, на костре делали на углях. Тоже отлично. Лягушонка он поставил. Сейчас закину на палку здоровую. Может, голавль клюнет. Тихо. Да, сражняк. Пойдет. На живца. Маленький лещ, блин. На живца. Это крупновато. Это только на нарезку на налим. Опа. Ну вот этот вот на живца еще нормально. О, это кто? Дёк. Окушок. Съел, блин, вместе с поплавком. Спасибо. Спустились мы немножко ниже к течению. Здесь как-то поинтереснее с клёвом. Хотя бы сорожка клюет. Ни хрена себе! Вот это там кто-то плеснулся. Я сюда сорожку поставил, который помельче. Чего-то она там нервничает. Да, пескарика бы еще поймать вообще на налимчик. Самое то было. На плоту что-то никто не клюет. Значит, пойдет сейчас на нарезку на налим. Уже вечереет. Скоро может выйти налим. Сражняк опять подошел, нормально. У нас вечереет, поэтому и холодает. Я немножко утеплился. Перешли обратно на это место. Поставили донки уже на налима. Вот эти вот две на нарезку. А вот этот справа поймали бычка маленького. Поставили на живца. Ну явно кто-то дербанит. Пол седьмого времени. Раньше выход начался на час, чем в прошлый раз. Может, разведчики.
Ну что такое? Мелкий, наверное, какой-нибудь. Ну. Ну, сейчас, походу, уже хорошо. Есть, есть еще. Вроде, да, что-то более-менее нормальный. И траву что-то собрал, блин. Сейчас, тихонечко. Сюда, сюда. Тихо. Охренеть, я в шоке, просто в шоке. Я вообще судака никогда не ловил. Это вообще первый мой судак. И сразу трофейный. Блин, это вообще круто. На кусок вообще рыбы, на кусок сорожки. Офигеть, вообще первый судачин мой. Вообще первый раз, ни разу не ловил. Я просто в шоке. Офигеть, вообще как так? Тут и красота. Красавчик, да? Сколько там? Кило 815. Офигеть! Такой вот красавец! Просто бомбический. Я говорю, я никогда ни разу вообще не ловил собака. И сразу такой шикардосный. Красавчик. Вообще бомбический. Вот это красавец. Ну все, рыбалка уже удалась. У меня точно. Офигеть, я до сих пор в шоке. Не верю, как такое возможно. Мы до этого тоже с Лехой разговаривали. Я говорю, тебе все время попадаются судачки. А я вообще ни разу не попадался мне. Никогда не ловил. И тут на тебе, блин, попался. Вообще огонь. Ну, в то же место вот забросил. Кусочек сороги. Ну, еще пару налимчиков хороших. И вообще, балдежная рыбалочка. Остались мы, блин, посидеть на налима. И клюнул судачок на нарезку сороги. На кусок плотвички. Хорошенький такой. Я, в общем, рыбалкой очень доволен. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. На канале будет много всего интересного. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока. Я тут все еще любуюсь им. Ну, конечно, красавец. Неожиданный налим сегодня. Ну, какие клычищи. Огонь!